Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Санчес. Мы продолжаем проходить тайные тропы. Да, и музычка мне мешает. Так, No Hunt, классно. Сейчас нам нужно отправляться в мертвый город, где нас нашел лесник, и искать там нычку с жрачкой для доктора. Тьфу, доктор. Где нас нашел лесник, и там искать жрачку для лесника. Музычка, это, конечно, все хорошо, но вот то, что она включается автоматически, ее нельзя никак отключить, это печально, потому что YouTube не любит таких вот дел, когда видео играет музыка нелицензированная. Если кто-то не понимает, что, о чем я говорю, то что видео, то есть в YouTube такая фигня, что если вы используете в видео любую музыку, любую, не вашу, то YouTube предъявит права к этой музыке, то есть он спросит у вас, ваша эта музыка или нет. Узнав, что увидев кого-то еще другого такую же музыку, он спросит у вас, что есть ли у вас, типа у вас она в видео, и ваша ли она или не ваша, и тот ли человек использует чужую музыку, или вы используете чужую музыку. Если вы чужую музыку используете, и он это, ну, то есть там будет предложение, то что вы используете чужую музыку или что-то такое, там есть, я подтверждаю, я хочу это оспорить. Если вы оспариваете, то вам нужна лицензия, какие вы быстрые, лицензия этой музыки. Надо их убить, а то они что-то я вижу. Ого! Сколько вас тут, а? Так, ладно. Иди сюда. Крутые типа кабаны, да, я так понимаю, ну? Все? Кончилась жизнь у вас, ребят. Кончилось, я вижу. Добегались. Не стоило нападать, прожили бы чуточку побольше. Какой смысл был в этом, я не понимаю. Ну, значит, им так хочется. Значит, у них жизнь недорога для кабанов, я так понимаю. Им главное пожрать. Ну, ладно. Так, мне интересно. Это артефакт? Артефакт. И это замечательно. Нам, я так понимаю, куда-то туда, да? Там к концу туда. Музычка, ты, конечно, заебись, но мне придется сделать потом звук пониже. Я не договорил, в общем. И если вы нажимаете, я подтверждаю, что это моя. Ну, то есть, что это моя музыка, хотя это не ваша, ваш канал могут заблокировать. Вот такие пироги. Я, конечно, этого не делал. Я просто если кто-то, допустим, как Нефёдович, зарабатывает на YouTube. Это что такое? Ого. Они радиоактивные же, эти артефакты. Но нет ничего, то, что снижает радиацию. Как? Как быть-то? Придется это ставить. Так, ладно. В общем, если вы так делаете, то блокируют аккаунт. И также, если вы называете «я подтверждаю», то... Ебать твою. То вы подтверждаете, что эта музыка не ваша, и видео за это видео не будете получать денег. Вот что я могу вам сказать. Жопу этих псевдособак. Это точно мертвый город? Да. Вы кто такие? А кто вы еще такие? Она? Да ладно. Ну, с Лейлой. Давайте, пошлите, мужики, чё, где ваша база? Пошлите. Только поставлю калаш на всякий пожарный. Вдруг ваша баба будет не очень нормальной, и мне придется ее шлепнуть. Конечно, шучу. Я понимаю, что все окей будет, но... Все может быть в жизни. Все.
Ой, извиняюсь, ребят. Ой. Сейчас, одну секундочку. В смысле, ранил? Так, ребят, надо... У меня просто свалился комп на землю, получилась вот такая жопа. Мужики, че, идем? А че они меня атаковать начали? Или это специально так? Или нет? Скиталец? Скиталец, блин. Лёнька лом. Вот тормозить не нужно. Причем не по понятным, не по непонятным причинам. Так. Ого, у них реально база здесь? Да ну ладно. Офигеть. В мертвом городе у кого-то есть база. Сами говорят, что тут жесть какая-то, сами базу тут строят. У меня 10 научных аптечек. Это очень странно, мне кажется, для народной солянки. Мне тоже кажется очень странным. Далеко ли ваша база? Ого. Это ваша база такая? Офигеть. Как скажете, поговорю так. Сейчас мне нужно добежать сначала, потом отодвинуть. Просто у меня комп стоит близко к... столу, и он сам себя нагревает, получается. То есть воздух с него выходит очень плохо. Такие пироги. И вот в чем прикол, ребята. И вот в чем прикол, то, что он вот так вот жужжит, как вы сейчас слышите. Через двери проходит, ему вообще все равно. Ого. Типа командир? Рассказывай, зачем пришел? Добрый день. Блин, интересно так читать, ребят, почитайте сами. Так, мы это сделаем чуть позже. Нам нужно на первом этаже к пианино сходить. Там у нас стоит чувак, который у нас... Который у нас продает. Вот. Подходи, брат, у меня как в Греции, все есть. Что у тебя есть еще интересного? Колючка. Слюда. Огненный шар. Возьму огненный шар себе, наверное.
Пленка? Ты ее не упал, чувак? Пленка. Конечно, я все понимаю, что тебе хочется там всего этого, но пленка это сильно жирно. Жирно для тебя будет. Грены, сколько ты хочешь? Нет, мужик. Стоп. Я продал свой абакан? Нет. Окей. За сколько тебе элку могу продать? Я тебе оружие не могу продать. А то у нас есть нулевая элка теперь. 10 раз на оценке у них. Костюм Сева. Это, конечно, все хорошо. Армейская аптечка. Губная гармошка. Это все тоже круто. Научная аптечка. Что за научную аптечку хочешь? Ты что, чувак, ты с ума сошел, что ли? Ты, конечно, все понимаю. Все круто, но за аптечку ты хочешь пушку, это уже перебор, мне кажется, не? Вот патрошек бы я у тебя купил. Вот только цены на них, я вижу, у тебя веселые. Но придется взять. Другому я не вижу никак нам не обойтись без этого, но ничего. Сколько стоит у тебя, допустим? Прицел хочу. Что? Ну, давай, мужик, давай, давай, рожай. Вот так вот проще будет. Ты прицел мне такой даешь? Ну хорошо. Оружие убрал. Убрал, мужик, не парься. USP, USP. Все это, конечно, супер круто. Короче, давайте пойдемте к нашей бабе, возьмем у него задание. Блин, бедный лесник, он там сидит сейчас, а я тут ищу для кого-то там какие-то вещи, блин. Ну там хреново, они там... Радио, это, конечно, круто. А выключить его нельзя? Нет, нельзя. Найти демона. Ок. Никуда... Читать не нужно, мы быстро найдем демона. Так, пускаемся, ищем демона. Блин, почему он демон? Давайте посмотрим. Может быть, он какие-то ритуалы херачит. Может, поэтому. Демон, блин. Ну что ж, демон, пошли. Сходим к тебе, посмотрим, что ты из себя представляешь. Кто ты такой, что ты нам можешь сказать. Далековато ты засел от их базыка, мне кажется. Сколько вас здесь наплодилось? Что ж, когда я тут был, вас не было. На втором этаже, я так понимаю. Или на третьем аж. На каком-то он этаже точно. Так. Так. Где ж ты так запрятался? Ясно. Привет, мужик. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Здравия желаю, ты демон? Так, мне дал нулевый бакан. Замечательно. Снимаем с предохранителя. Ставим. И нам нужно зачистить дом. Что с проломленной крышей? Ты этот, что ли? Вроде как он. Ну что ж, зомби, давайте, я готов.
Я готов навалять вам. Я так понимаю, зомби у нас где-то тут, да? Надеюсь, именно тут. Потому что, чтобы недалеко не пришлось бегать. Так. Где может быть дом с проломленной крышей? Вот, пятиэтажка. Я так понимаю, нам предлагают походить по вот этим штукам. Ну, как скажете. Ё-моё, ну, блин. Не прёт, так не прёт, как говорится. Ладно, чем мы все сделаем, я думаю. Охренеть, я аж прыгнул, что перепрыгнул даже. Так, я так понимаю, это этот дом, или какой еще тут может быть-то? Просто не знаю, ребят. Где зомби могут быть? Какой дом с проломной крышей? Что ж, сейчас мы выполним это задание, я думаю. Хотя, я думаю, нам зомби понаваляют чутка, но... Ладно. А не с этой стороны. Конечно, все понимаю, но... Почему я не могу забраться по лестнице? Ладно. Так, читаем еще раз. Пятиэтажка рядом с углом пятиэтажной проломной крыши. Хорошо, значит не в этой именно, а рядом с... Ясно. Как скажете. Блин, комп так же вжишь, что просто... Жутко вообще. Вот это что ли? Это проломленные крыши, да? А вот это? В этом у нас, я так понимаю, зомби, да? Да. Какие-то... Вы ни о чем, если уж честным быть. Я тоже очень точный. Супер точность. Просто. Не-не-не-не, застревай, мужик. Одним зомби убил другого зомби, это нормально. В доме было бы не очень хорошо с ним встретиться, я имею в виду в каком-нибудь месте, где я не могу выйти. Вот так вот только можно, не тратя патроны, пройти это задание. Слышь, вас столько взялось-то. Ух ты. Еще живые остались, да ладно. Вот живых больше не осталось. Доложим. Куда мы денемся? Теперь мы набрали кучу рук. А может тут какой-нибудь тайничок есть? Нужно глядеть, потому что вдруг тут что-нибудь запрятали разработчики. Мода. А они любят, я думаю, прятать. Потому что это очень интересно. О, прикольно. Но сюда мы не можем войти. У нас там стоит зона, которая нас держит. То, что мы заходили в эту комнату. То есть на этот балкон. Ну ладно,
Как скажете. Нет, я вижу вообще ничего здесь нет. Ну ладно. Надеюсь, ты у меня калаш не ремовнишь, потому что все-таки мне он дорог, и мне он нужен, и все такое, короче. И на это не ставится калаш, как скажете. То есть не ставится калаш, не ставится оптика. Как скажете. Так, ставим активным задание. Так, доложим демону о выполнении нашего задания. И скажу, оно вообще очень легкое было. Самое легкое из тех, которые, я думаю, в солянке есть. Потому что убивать зомби, это не так трудно, могу вам сказать. Ну, причем они убиваются, то есть один патрон, и он падает. И все. То есть, по идее, это вообще ни о чем. Фига никакой рядом, каким стоят чуваки эти. То есть, смотрите, как они на карте стоят. Прикольно. Демон на третий этаж. Рассказывать демону о демонских делах. Привет, мужик. Дочистил я тот дом от зомби. Спасибо. Пойду к Леле заберу то, что она мне обещала вернуть. Хорошо. Значит, я молодец. Значит, чуваки все-таки не такие подлецы, как я думал. Хотя может все измениться. Так. Нет. Они находятся у нас там, вроде как. Так что, тут недалеко идти, и тут не запутаешься. Так что я вам помог, вы мне должны быть за это благодарны. Как-никак. Обожаю этот мод. Я все моды обожаю, но я обожаю моды, которые продуманы. Хорошо. Хорошо, я буду ждать с нетерпением встречи с ним. А так мне теперь обратно в лес попасть. Хорошо. Сколько ящик? 8 килограмм. Пошли, мужик. Ну, давай. Молодец. Умеешь, слушаешься. Красавчик. Только не тупи на лестнице. Я вижу, что ты на ней тупишь. Ты давай побыстрее, а то застрянешь тут, и я вообще никуда не денусь от вас. А так, на самом деле, интересно. Такого я еще не ожидал от этого мода. Ну, я думал, сейчас будет просто статичное задание. Тут прям так, как развернулось. Интересно. У тебя голова светится от моего фонаря. Она у тебя неоновая, я так понимаю, да? Ты ее прокачал, экзибит прокачал твою голову. Красавчик. У нас есть калаш, то есть Абакан. У него серия калаша, серия АК. Вроде как должен быть, не? Ах, ах. А почему ах? Кто-нибудь напишите, мне просто интересно. Я не так сильно интересуюсь Абаканом, то есть про те оружия, которые мне нужно было знать, про типа шинковалку и прочее, я прочитал в Вики, там много чего смотрел, а вот про вот всякие там Абаканы я не знаю. Если кто-то хочет показать себя крутым, напишите, что из себя представляет, где используется, в каких армиях используют, то есть на вооружении где стоит и так далее. Я думаю, у китайцев есть какая-нибудь подделочная версия, похожая на наш Абакан, с названием тип, наверное, какой-нибудь там бла-бла-бла. У них же все оружие называются тип, и у них и калаш наш есть, то есть у них много чего есть. Ну, блин, а что, я тут тропинку не мог найти, что ли, сам? Я же вроде как с нее уходил, и с нее приходил, не? Ну, ладно. Она ремовнулась, я так понял. Когда я сошел сюда, она ремовнулась, чтобы я не мог сбежать с локации.
Новый путь, замечательно. Да? О, мы уже прямо у лесника сразу, да ладно. Мужик, не умирай только. Отец, я подзадержался, извини, но там непредвиденная ситуация вышла. Пятнадцать тысяч. Да, помню. Хорошо. Давайте найдем. Мне просто что-то захотелось. Так. Вот тут. Окей. Сейчас мы найдем тебе, мужик. Все корни. Надеюсь. Мне интересно, я не задохнусь там? Потому что там все-таки подводная пещера. И как я оттуда выберусь потом? Тоже интересно. Ну ладно, посмотрим сейчас. Надеюсь, все будет хорошо. Просто, когда не знаешь, нельзя что-то сказать, что ты выберешься оттуда, как там будет. Я не проходил дальше момента, как попадаешь на янтарь. То есть, а уже прошло столько, что мне, блин, не знаю, ребят, вот многие говорят, что Тайные Тропы лучший мод. Я не отрицаю. Но могу вам сказать, что вот многих, наверное, просто он не идет, есть такие люди. У многих просто, ну, допустим, ну, не знаю, вылетает, как у меня вылетало. То есть, я всегда готов был проходить этот мод. Я не говорил, что он говно, я не говорил, что он плохой. Я говорил то, что у меня он вылетает, вот и все. И теперь я вот, когда его прохожу, могу вам сказать, что это реально хороший мод, реально очень хороший мод, на котором постарались люди, потому что квесты сделаны хорошо, написано, если читать, все понятно, все где, что искать и так далее. Это замечательно. Так, давайте посмотрим. Только я не помню, где дырка находится, но ничего. Опа. Эту штуку я возьму. Что она дает?
Крутили минус 400. Замечательно. Где эта яма? Фиг ее вспомнишь. Сейчас проверим. Вот она. Надеюсь, из нее потом вывалиться можно? Дайте. Ух ты, ё! Охренеть! Зеленые собаки? Ого! Неспроста нам дают магнум. Давайте попользуемся, раздают. Ого, тут. На всякий случай, чтобы не ломать тот. Так. Офигеть. Неожиданно. Фонарик бы включить здесь, да. Что это? Опа. Калаш. Нормально. Сколько мы можем носить? 90? Ну ничего. Так. Что у нас дальше? Вот один. Замечательно. Так. Пути разделяются. Сходим сначала сюда. Тут один. Потом сходим сюда. Тут, наверное, другой. Ясно. Вот электро я ненавижу. Расколбас. О, расколбас. Контролер. Надо быстрее отсюда валить. Научные аптечки. Замечательно. Так, о, даже вышли откуда-то, офигеть. Я так понимаю, мы будем падать, потому что так можно было сразу отсюда зайти. Ну, не сказал бы. Или проход закрыт какой-нибудь зоной там будет. Ну, в общем... Главное, мы уже вышли. И мы собрали три корня мандрагоры. Сколько они сами по себе стоят? Пятнарку. Ну, как раз так и стоят. То есть мы получим сейчас 45 тысяч плюс патроны к дробычу. Хотя они нам не нужны. Если, может быть, мы найдем какую-нибудь аномальную сайгу или что-нибудь подобное, тогда, может быть, нам понадобится. Покоцали костюм? Ну да, в порядочном покоцали, кстати. Так бы покоцали хороший костюм. Поэтому давайте пока походим в этом. И может его сдадим и получим еще один такой. Тогда у нас будет возможность ходить в двух одинаковых костюмах. То есть один покоцает, а в другом ходить. Вот такие пироги. Как-то у них иконочка... А, нет, все нормально. Я, значит, вру. Вру. Так. И мы вот это задание сдадим, и я думаю, закончим. Потому что, ну, все-таки часть уже порядочная получается. И вполне нормальная, я думаю. Очень интересная, по крайней мере, мне. Да и вам, я думаю, тоже. Лесник, я принес три корня. Так, тропинка никуда не исчезла с карты? Нет.
В общем, ребятушки, спасибо всем, дорогие друзья, за внимание. Надеюсь, вам нравится мое прохождение, потому что я стараюсь для вас. Прошу вас поэтому кликать на рекламу. Она находится сбоку или справа, и некоторые ее не видят. Они видят ее потому, что у вас стоит Adblock. Adblock — это такая программа, которая блокирует рекламу. Она появляется сбоку браузера, как приложение. Можете ее на некоторое время отключить, кликнуть на рекламу и включить обратно. То есть вполне вот так можете делать. Спасибо всем за внимание. Всем пока.